радость большая была, собирание плодов и благодарности Богу, ну, праздник кущи. Тоже воскресенье следующее, опять вся церковь собралась. В общем, мы прожили эту неделю и, ну, почувствовали, что мы приблизились к Богу, вот всю неделю, представляете, встречаешься, молишься. Кучу собраний, все уже отвыкли, особенно за время пандемии, многие на трансляции. В общем, было потрясающее время. Также у нас в этом, ну, в ноябре, Бог благословил, у нас крестилось два подростка и две сестры. Но крестились, да. А еще хорошая новость такая, у Валеров имена в августе, крестилась мама. Да, она очень долго, вы знаете Валеру Фомина, ему тоже почти что 30 лет в Христе, и вот все 30 лет она шла к Богу, в августе дошла, и в сентябре отправилась к Господу на небеса. Мы, и с одной стороны, это печально, с другой стороны, это была радость, потому что она завершила этот земной путь, примирилась с Господом, и это, ну, братья Фомины, конечно, благодарны за это событие Богу, ну, мы тоже. Вот все наши хорошие.